Привет и желание, друзья, в районе пляжа Big Blue мы находимся, или Big Blue, или Big Blue. Немножечко сейчас пройдемся в сторону White and White. Еще есть немножко люди. Ну, это уже почти закат, время 7 часов 37 минут. Кстати, да, видео это выставлю как закат, и будем мы сейчас смотреть закат, потому что реально уже минут 10-15 максимум, и солнце упадет за гору, наверное, минут 15, я так думаю. Фу, блин, я на солнце посмотрел, теперь ничего не вижу. Так что давайте теперь снимаем закат, смотрим. Конечно же, море. Хожу в очередной раз. Ой, красотища. Красота. Люди купаются еще. Там две лодочки плавают. Дальше люди здесь просто есть и без пляжа, просто сами по себе повсюду. Ну, это турецкие семьи. Я не знаю, что туристов сегодня вообще как-то не видно. Нигде причем. Сегодня столько хожу и ни на рынке не видел туристов. Солнце все вижу, на солнце ничего не вижу. Уже сезон открыли все, даже те люди, которые считают, что вода холодная в мае, как бы уже почти все купаются, потому что вода 24-25. Это уже реально вода теплая для всех, в принципе. Так что. Очень многие уже местные искупались. Один я не искупался до сих пор. Там стадион. Здесь отели Blue Sky работает, Ананас не работает. По-моему, вчера это тоже был, проходил до White and White, поэтому маршрут. Так, смотрим закат. Я на него смотреть не буду, а потом с вами посмотрю на экране. Уж полминуты на солнце смотришь, а потом ничего не вижу. Ой, какой кайф находиться в воде хотя бы по колено. Вот это синие лежачки, это Blue Sky отельчика. Там пару человек еще есть, а так прибирают работники. Отель работает. А в прошлом сезоне он не работал. Но на нас не работал тоже. Камушки, однако. Удобно идти. Вода и камни. Люди босиком ходят, вообще не представляю. Минут 10 и солнце упадет за гору. Может даже меньше 10 минут. Вот сейчас мы White and White пройдем, и его уже почти не будет. Посмотрите. Сейчас ни пауз, ни монтажа никакого я не делаю. Специально показываю вам закат. Любителям заката. Такой вот он. Зимой, весной, вот там вот он происходит. Вот туда, за ту гору. А сейчас
аж за вот этой правой горой летом. Blue Sky. Нехило я так прошел сегодня от отеля Саритаж. Обалдеть. На Blue Sky ужин сейчас наверху, там люди сидят. О, я бы тоже поел бы сейчас, если честно. Что сегодня? Я супчик когда проснулся. Во сколько я проснулся? Часа в 2 где-то или в 3 я ел. Надо, наверное, завтра искупаться, потому что если завтра не искупаюсь, блин, потом сидеть еще суббота-воскресенье, комендантский час. Понедельник, базар опять некогда будет. Наверное, завтра не поеду я ни в какой Махмутлар, ни в какой центр. А, скорее всего, приду и буду купаться. Ну, нафиг эти рынки, блин. Человек поплыл. Я не завидую. Не, можно теоретически сейчас раздеться и искупаться здесь, в принципе. Блин, мне кажется, когда выйдешь, я полотенце просто не люблю с собой носить, а, и пользоваться именно море. И когда выйдешь, уже будет не жарко, блин. Сейчас солнца нет уже. В смысле, оно еще есть, но, как я и сказал, через меньше, чем через 10 минут его не будет. Так оно и будет. Ничего теперь не вижу, смотрю туда, нифига не вижу. Рыбака только вижу слева. Видите, как быстро оно садится. Вот сколько минут идет это видео. Интересно посмотреть с той горы, что там дальше, куда это солнце прячется. Дальше, то, что мы здесь не видим. Блин, если бы никого не было, сейчас разделся, поискупался бы, а так потом что мне ходить в мокрых трусах или тут не переоденешься нигде. Людей-то, можно сказать, почти нету, но люди-то есть, блин. Не могу это... Индийский пляж, если я только в Конаклы устраивал, когда там отели не работали. Возле этого, как он называется. Я забыл, как он называется. Ну там реально никого вообще не было, это уже глубокая осень. Ой, солнце, ну пока проболтал полминуты и все, и вы видите солнце. Вот кто сейчас наблюдал, ну посмотрим вместе с вами сейчас, конечно, на видео. Последние 2 минуты все очень интенсивно, даже минуту. Оно хлопа исчезло реально. И даже до White Invite мы не дошли. Я думал, что это немножко будет подольше. Думал, что мы дойдем White Invite, пройдем, а нет, оно село так быстро, что вообще не успел даже сориентироваться. Ой, блин. Реально хочется искупаться.
море манит меня своими игривыми волнами или волнами.